давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Привет, ребятки! Xiaomi Redmi Pro с двойной камерой предлагается в трех модификациях. Как и ожидалось, компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi Pro. Как и все последние устройства производителя, новинка выполнена в цельнометаллическом корпусе. Кроме этого, Redmi Pro получил топовые технические характеристики, но при этом стоит традиционно меньше аналогов от других компаний. Ключевых особенностей у данного аппарата несколько. Во-первых, Xiaomi впервые использовала дисплей, выполненный по технологии органических светодиодов OLED. Второй главной фишкой стала двойная камера. Производитель обещает высокое качество снимков и эффектов боке на уровне DSLR камер. Основная камера Redmi Pro представлена 13-мегапиксельным сенсором Sony. EMX258 в качестве дополнительного модуля выступает 5-мегапиксельный модуль от Samsung, который считывает информацию о глубине изображения. Также в смартфоне установлен специальный процессор ImageQ, отвечающий за определение глубины изображения. Такое решение позволяет менять фокус после того, как снимок был сделан, а также добиться эффекта боке, как на дорогих DSLR-камерах. В Xiaomi Redmi Pro установлен 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD, 10-ядерный процессор Helio X10 или Helio X20, графический ускоритель Mali-T880, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 4000 мАч. С поддержкой быстрой зарядки. Разъем USB Type-C, инфракрасный порт для управления домашней электроникой. Два слота для сим-карт, один из которых можно использовать под карты памяти. MicroSD и модуль 4G. Продаваться Redmi Pro будет в нескольких модификациях. Процессор Helio X20 3 ГБ и 32 ГБ памяти за $225. Процессор Helio X25 и 3 ГБ ОЗУ плюс 64 ГБ встроенный за $255. Процессор Helio X25 и 4 ОЗУ плюс 128 ГБ памяти за $300. Как обычно, цены актуальны только для китайского и индийского рынка, где аппарат поступит в продажу уже в ближайшее время. Ссылка на товар будет в описании, так что вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.